Вот и я веду запись. Сейчас 9:23. Мы здесь застряли. Я думаю, что застряли надолго. Папка ищет машину. Что еще сказать? Чувствую, что я здесь надолго. Думаю, что мы здесь даже с ночевкой останемся. Если никого не подцепим, конечно. А вот папка идет. Он радуется жизни, как всегда. Вот так вот всегда происходит. Тут я же спал, сегодня же пятница 13. День удачи. Правда, в пятницу 13 я никогда не верил. Кажется, до сегодняшнего дня. Сколько помню, было пятница 13. Чуть стало холодновато. Что еще сказать, даже не знаю. Отключу-ка. Вроде нашел одного. Согласился. Вот эти? А вот наши спасатели. Ох, что-то он пищит долго очень. Ладно, кажется, нам повезло. Часа 33 минуты. Ждем Димку. Приедет он через 12 часов. Еще приедет ли он или не приедет? Ну, надеемся, конечно, приедет. Больше, чем не приедет. От Сокольников до Черемушек. От Таганки до Крылатского. Москва в ритме радио 7. Кто говорит, что за рулем пиво не пьют? Пьют. Пьют. Слушаем радио, балдеем. А что еще делать? Деревни запчастей нет. Такие вот приключения. Шесть часов утра. Мы, конечно, раньше встали. Сейчас скажу точно, во сколько даже. Без 10:05 встали. Холодно было очень. Все равно никак нельзя с ним что-то встали. Слава богу, пятница 13 прошло. Я радуюсь жизни. Солнце выглянуло.
она пристала ко мне. Посижу, какая лучше в машине. Вот эта хрень сломалась. Вот из нее все проблемы. Тут вал там засорился. Масло туда не поступало. Что там дальше? Это прокручивается хрень. Она не должна прокручиваться, но она прокручивается. А вот в сторону, если будет крутиться, но по часовой, то прокручиваться не будет. Че ты тут снимаешь? Рентгой занимаешься. Да, показываю, какая вещь сломала. Ну, увы, надежды наши не оправдались, она против часовой крутилась. Карты облом. Кончились карты все. Наконец-то мы приехали. Автозапчасть. Вон и горят машины. Это наши... Есть водичка, какая-нибудь попить? Это наши спасатели. А? Ну что, вы... Все, я начал. Начали.